Сергей Наровчатов. На рубеже. Мы глохли от звона недельных бессонниц, осколков и пуль, испохабивших пать, где люди луну принимали за солнце, не веря, что солнцу положено спать. Враг наседал, и опять дорожали бинты, как патроны. Издалека трубка ругалась, и снова держались насмерть четыре активных штыка. Потом приходила подмога. К рассвету сон, как приказ, пробегал по рядам, а где-то уже набирались газеты, и страна узнавала про все. А уж там... А нас начинались сказания и были. Хоть висла в землянках смердящая вонь, когда с санитарами песни мы выли и водкой глушили Антонов огонь. 1941.